Однако всеобщее внимание было приковано не к футболистам, а к довольно нетрадиционному поведению арбитра ФИФА Сергея Шмолика. Глядя на него, болельщики предположили, что у судьи обострилась болезнь позвоночника. Медицинское свидетельство не подтвердило эту догадку, но также выяснилось, что судья пьян, причем весьма изрядно. Несмотря на это, он отработал матч до конца, с поля его уводили уже под руки. Шмолик напоследок помахал трибунам рукой, и сейчас специальная комиссия пытается разобраться в поведении арбитра. Thank you.